За прошедшие сутки от коронавируса излечились еще 111 ставропольцев. Всего выздоровели уже почти 49 тысяч человек. Такие данные опубликовал Владимир Владимиров. Контролировать распространение инфекции помогают тесты. За минувший день диагноз подтвердился у 94 жителей края. 5 пациентов скончались. В регионе продолжается вакцинация. Прививку сделали почти 148 тысяч обратившихся. Однако по-прежнему важно соблюдать меры безопасности. В этом году край должен привлечь 250 миллиардов рублей инвестиций. Об этом говорили в правительстве региона на совещании, посвященном деловому климату. Для того, чтобы сделать условия для инвесторов более привлекательными, на Ставрополье действуют льготы и налоговые преференции для предпринимателей. В Невиномыске работает территория опережающего социально-экономического развития с упрощенными процедурами ведения бизнеса. Кроме того, коммерсанты могут взять в краевых фондах дешевые займы под минимальный процент. Привлекать инвесторов поручили региональному Минэкономразвитию и главам территорий. Самая главная задача, которую перед нами поставил президент, это рост реальных доходов наших с вами граждан. А рост реальных доходов может быть только связан только с одним, с наличием большого количества рабочих мест. Чем больше работы, тем больше зарплата. Чем больше инвестиций, тем больше работы. Еще две точки роста откроют в поселке Урожайном и селе Новоблагодарном. В новых центрах планируют реализовывать образовательные программы по предметам химия, биология, физика. В помещениях к августу проведут ремонт и установят мебель. Также точки роста получат специализированное оборудование. Центры заработают в рамках регионального проекта «Современная школа нацпроекта образования». В Новоалександровском округе продолжают возводить межпоселковый водовод «Восточный». На объекте практически завершили укладку труб. После строительно-монтажных работ подрядчик приступит к испытаниям водопровода. Новая стальная артерия улучшит подачу воды в 8 населенных пунктах округа. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Арсгире новый передвижной медицинский комплекс. Аппарат доставили в местную районную больницу. Он обладает очень низким уровнем облучения и позволяет быстро расшифровывать данные исследования. Комплекс оснащен бактерицидным облучателем, генератором электроэнергии, двумя тепловыми пушками и кондиционером. Одновременно к прохождению флюорографии могут готовиться до 3 человек. Оборудовано и специальное место для рентгенолога. Медицинский аппарат приобрели по нацпроекту здравоохранения.